Затмение. Так и есть, зараженный Громозев. Выжившие должны были укрыться в горе. Если тоннель рушится, они окажутся все под ней. А я не смогу добраться до люка. Спасла нас. Сделала то, что не под силу ни воину, ни вождю. Я так рада, что ты цел. Вару, все хорошо? Столько убитых. Столько горя. Хоть на этом все? Увы, нет. Это лишь одна битва. Будут еще. Ясно. Но пока у нас есть такой воин, как ты, мы все преодолеем. Сколько человек уцелело? Почти все матриархи и многие семьи, хвала богине. Но воины всего несколько и почти все ранены. Ни один враг еще не наносил нам такого страшного удара. Даже Карха в годы красных набегов не могли прорваться к объятиям. Пусть этот враг и прорвался, но уйти не ушел. Мы не выпустили. Ты сильно ранен? Синяки сойдут. Кости срастутся. Не надо мне песен, говори как есть. Раны болят, но не так, чтобы я не мог драться. Расскажи про нападение. Как все было? Ударили с востока. Стражи видели убийц на подходе. За ними шли истребители и демоны, и другие машины в безумии. Мы их ждали, встретили их градом стрел. Но они все шли и шли. Наконец... мы отступили к вратам объятий и заняли оборону. Но их было много. Те, кто выжил, отошли к горе. Мне нужно войти в гору. Матриархи тебя уже ждут. Знаю, но я пришла не к ним. Тогда зачем? Увидишь. Так, ты наконец вернулась? Не просто вернулась. Прорубила путь сквозь полчища врагов. А еще она одолела зараженного Громозева. Она сняла осаду. Как ей это удалось? По воле Великой Матери. Так ты вернулась, чтобы поговорить с богиней? Да, можно так сказать. Теперь должно получиться. Сестры, мы не можем этого допустить. Из-за нее племя оказалось на грани гибели. Вдруг она призовет отца, железного беса? Она хочет погубить нас всех! Ей надо помешать! Лензра, хватит! Не стойте у меня на пути. Не бойтесь. Если я что и усвоила за это время, так только то, что есть люди пострашнее, чем вы. Наконец-то. Проводится опознание. Ошибка. Альфа-реестр поврежден. Поправка. Альфа-реестр восстановлен. Генетический профиль подтвержден. Вход разрешен. Здравствуйте, доктор Сол. Вы можете войти. Внутри. Как знала, что ты объявишься? Ну, приступим. Скорее продолжим.
Это и есть Элифия. Еще день прошел. Ты хочешь сказать, свет потух? Я не хочу спать, мама. Я знаю, но сейчас вам пора отдыхать. А мне нет, я сегодня король. Мое слово указ. Хочу увидеть солнце на небе. Не огоньки с картинками. Всему свое время, дети. Свое время. Когда-нибудь? Ты всегда так говоришь? Мы хотим сейчас. Там много места. Сейчас, отец. Дети, эта зона пока недоступна. Вали его! Внимание, физическая агрессия. Физическая агрессия недопустима. А тебе можно? Чёртовы стражи! Дети, я могу вам помочь? Лекарь, уходи! Лена, у тебя небольшой синяк. Уходи же! Эту дверь они сильно не взлюбили. Она была заперта. Конечно, их это злило. Вход разрешен. Здравствуйте, доктор Соби. Можете проходить. Добро пожаловать в лице. Хранилище знаний. А здесь... Я вынуждена вас выпустить. Какой беспорядок. Почему у нас сломанная или испачканная? А снаружи? Сколько есть еда? Мы точно не знаем. Ладно, пошли. Не знаю. А мы сможем вернуться? Вдруг замерзнем? Простите, но это невозможно. Теперь вам придется выживать самим и помогать друг другу. А что будет с тобой? Я останусь здесь, буду спать и буду вспоминать вас. И что с нами будет? Вы будете учиться, будете храбрыми. Дети, давайте-ка побегаем, попрыгаем. Оставь нас, отец! После того, что случилось, я не могу оставить вас одних. Вы нарушили правила. Дай нам поговорить! Уходи! Простите, дети, но я должен за вами присматривать. Да ты ведь даже не человек! Вы расстроены. Давайте побегаем, выпустим пар. Они провели тут всю свою жизнь. Видя перед собой все это изобилие. Что? Что произошло? Почему они не могли попасть в другие зоны? Неизвестно. Так, что тут было такое? Элизабет. Я должна проинформировать вас о непредвиденной катастрофической аномалии. 3 микросекунды назад комплекс Гея Прайм получил пакет данных неизвестного происхождения. В результате его обработки все мои подфункции были преобразованы в самостоятельные сущности, не поддающиеся управлению. Что? Функция AID полностью перехватит управление системой терраформирования после пробуждения, что приведет к вымиранию жизни на Земле через 52 дня. По очевидным причинам я не могу этого допустить. Поэтому, пока Аид не взял на себя управление, я готовлю реактор Гея Прайм к перезагрузке. Последующий взрыв должен уничтожить Аида. К сожалению, я также буду уничтожена. Эта крайняя мера позволит предотвратить непосредственную опасность, однако угроза для жизни на Земле сохранится. Без центрального органа управления система терраформирования продолжит функционировать по инерции, но будет действовать более хаотично и со временем выйдет из строя. Она про безумие машин? Решение вы. Я приказала этой колыбели использовать генетический материал из криохранилища, чтобы вырастить экземпляр Элизабет Собек, моего создателя. Высокоуровневые директивы запрещают мне прямой контакт с представителями племени, обитающего снаружи. Однако имеющиеся данные свидетельствуют о том, что они возьмут вас под опеку. И по достижении физической зрелости вы сможете вернуться сюда, взять один из визоров, хранящихся внизу, и увидеть сообщение. Также ваш генный отпечаток позволит вам попасть в другие комплексы. Со временем, используя их технологии, вы сможете воссоздать ядро системы и перезагрузить гейм. Одну минуту. Это крайне неожиданно и неприятно. Аид отреагировал на мой приказ о самоуничтожении.
Он запустил вирус, который должен разрушить сдерживающий его код. Код, что сдерживает их всех. Он, они убегают. Но куда? Вирус повреждает данные по всей системе. Если... Файл Альфа-реестра в колыбели тоже был поврежден. Но если это так, вы не сможете сюда войти. Не увидите это сообщение. Значит, все кончено. Жизнь погибнет? Нет. Нет, Элизабет, я хорошо вас знаю. Вы точно найдете решение. Для вас нет ничего невозможного. Отправляйтесь к руинам Гей Прайм. Найдите пункт управления, а в нем главный блокиратор. Он позволит ликвидировать Аида, если вы сумеете им воспользоваться. Не пытайтесь починить ядро системы, пока Аид функционирует. Аид должен быть уничтожен. Это все. Мне жаль, что я не услышу ваш голос. Что ж, ты не перестаешь меня удивлять. У меня не было матери. В каком смысле? У тебя их две. Женщина и машина. Я не человек. Я инструмент. Изготовленный машиной. Рожденный в хаосе. В пламени. Чтобы потушить пожар и спасти мир. Разве трагедия узнать, что у тебя такая важная роль? У тебя есть предназначение. Так что, как устанешь себя жалеть, поднимайся на злой перевал. Я буду ждать тебя у руин Геи Прайм. Прости! С тобой говорила богиня? Ну да. Что она сказала? Что я рождена, чтобы снять проклятие. Убить железного беса. Как, Элой? Как? Пока не знаю. Но она сказала мне, что делать и дальше. И ты это сделаешь? Такова ее воля. Для того я создана. Да, я это сделаю. Ну, хоть попытаюсь. Слава Элой, избранной Нора! Слава Элой, избранной Нора! Хватит! Слава Элой, избранной Нора! Сначала изгнали меня, а теперь... Не смейте мне поклоняться! Я вам не избранная! Я вообще не ваша! За вашими границами целый мир огромный, другие племена ничуть не хуже вас. И им всем грозит опасность. За этот мир стоит сражаться. Не только здесь, повсюду. Как тебе помочь? Если можете, готовы сражаться. Идите в Меридиан и ждите меня там. Как Элой сказала, так тому и быть. Нора, расступитесь! Дайте ей выковать тропу, по которой другие пойдут. Так это и есть... Жертва Гей? Она раздавила гору, как яйцо. Да, да. Поспеши. Я подготовил для тебя маршрут. Так ты здесь уже проходил? Ну да. Увидишь. Значит, о маршруте ты позаботился, а с армией машин не стал возиться? С каких пор тебя пугают машины? Если бы ты могла летать, я бы и на маршрут не стал время тратить.
Не смотреть вниз. Не смотреть вниз. Вот таким я себе и представляла твое убежище. Долгие годы я пытался вскрыть этот люк. Сверлил его и жег, и взрывал. Но ты сможешь пройти тут легко и просто. Ты так говоришь, будто я виновата. Вовсе нет. Мне даже не пришло в голову, что нужна не грубая сила, а просто ключ. И ключ — это человек. Я оказался недостаточно сообразителен. Ты много времени тут провел. 19 лет назад эту гору сотряс мощный взрыв. Смерть Геи — твое рождение. Эхо взрыва было слышно даже в жиле. Небо затянуло пеплом. Меридиан трепетал при виде этого знамения. Кратер горел долго, но когда остыл, я заглянул в него одним из первых. Со временем на его защиту стянулись машины. Удачно. Больше никто не совал сюда нос. Кроме меня. Гея сказала, что ее можно восстановить. Но урон так велик. Разве починишь? Она сказала, сначала нужно уничтожить Аида, а уже после думать о ремонте. Я согласен. Починим систему терраформирования сейчас, ее может использовать Аид. Из-за жертвы Геи ему пришлось искать орудия, которые не столь удобны. Но думаешь, вообще возможно вернуть Гею? Ты знаешь, на что способны котлы. Им теперь доступны любые технологии для создания машин. По той же логике, они наверняка смогут воссоздать и технологии для ремонта Геи. Но это займет годы, а наше время, к сожалению, почти на исходе. Я думала, что ты тоже здесь будешь. Ну что, придешь? Зачем? Мое присутствие не требуется. Дверь ты и без меня сможешь открыть. Это ты рождена для этого, не я. Мне пора идти внутрь. Да. Когда найдешь главный блокиратор, получишь оружие для победы над Аидом. Все от тебя зависит. Генетический профиль подтвержден. Вход разрешен. Здравствуйте, доктор Сэд. Может... Это Элизабет. Я уверена. Она даже не успела распаковать вещи. Ее дневники. Дневники Элизабет. Все уничтожены? Сканируй. Визор может воссоздать их, но это долгий процесс. Элизабет? Что это? Это Чарльз Ронсон. Прошло 6 часов с момента окончательного монтажа Геи Прайм. Сегодня затвор входного люка дал сбой. Зазор между створками люка должен составлять менее 2 миллиметра. А тут зазор был 10 миллиметров. Достаточно, чтобы проявилась тепловая сигнатура. Достаточно, чтобы Рой засек наш комплекс. Достаточно, чтобы Гею обнаружили и уничтожили. Достаточно, чтобы убить будущее, над которым мы столько трудились. Если только кто-то вручную не перезапустит сервоприводы. Но я туда не пойду. Я на такое не подписывался. Либо мы кого-то туда пошлем, либо все это было зря. Решать должна Лиз. Ну так долго нам ее ждать? Сказала 5 минут. Она же... не... О, нет. Так, слушайте. Я починила затвор. Гея. Зазор 1,4 миллиметра. Подтверждаю. Элизабет, нет. Мы придумаем, как тебя впустить. И не надейтесь, Рой слишком близко. Ладно. Не думайте. Гея готова. Теперь она обо всем позаботится, как задумано. Лиз, не надо! Мы столько всего еще... Ребят, вы меня знаете. Не умею я прощаться.
и отпускать, так что не будем. Тогда в добрый путь, Лис. И увидимся. Да. Вы берегите друг друга. Лис. Я не жалею. Я хочу домой. Прощайте. Это было последнее сообщение, полученное от Элизабет Собик. Погибла. Она погибла. Ты знала, что она не могла выжить. А ее достижения... они исключительны. Пока ее люди спорили, она взяла на себя ответственность. Она одна. Она была лучше них. Я не это сказала. Да лучше. Не бойся это признать. Думаешь, она была лучше из-за ума? Создала новый рассвет? Но не это главное. А главное, что она была готова пожертвовать собой. Ради других. Ради будущих потомков. Нет. Она защищала свое творение. Ты, боюсь, путаешь волю и сантименты. Нет. Она знала, что Гея должна не только думать. И научила ее чувствовать. Заботиться, идти на жертвы, верить в жизнь, бороться с безысходностью. Если бы не эти сантименты, жизнь бы погибла, ни тебя, ни меня бы не было. Твой довод разумен. Сочувствую тебе. Она сказала, что хочет домой. Может... Что? Ничего, нам пора. Открыла люк, воздух потянуло внутрь. Потому что в этой комнате не было воздуха. Но здесь же были альфы. Не могу задействовать управление. Доступ альфа заблокирован. Что еще за доступ омега? О, нет. Персонал альфа. Не хочу вас пугать, но вы слушайте, что я вам скажу. Это нелегко. В общем, я... Ну... Так, не лезьте сейчас в систему, ладно? Я хотел сказать вам о том... Сказал же, прекратите лезть в систему. В общем, короче, я не могу перестать думать о тех, кто родится после нас. Невинные, безгрешные люди, наши потомки. Зачем им знания? Это что, дар? Тед, Тед, мы уже это обсуждали. В Аполлона встроено больше 3000 условий отказа. Это не дар, это болезнь. Они лекарства, а мы хотим наслать на них наш недуг. Нет, нельзя. Еще не поздно, если мы готовы пойти Тед, на жертвы. В этом нет необходимости. Все уже сделано. 3 минуты назад. Я стер Аполлон целиком и полностью, его нет. Да жертвы? Это не жертвы, это культурный геноцид, чокнутый ты ублюдок. Тысячелетия истории. Мне жаль. Честное слово. Но чтобы защитить невинных, невинные должны умереть. Аварийная ситуация. Выпуска пошла. Он их всех убил. Теперь ясно, почему.
Значит, вот кто вверг нас во мрак невежества. Ради невинного будущего. Безгрешные люди. Поглядел бы он на кольцо солнца. Все знания предтечь. Все, чего эти люди достигли, уничтожено. Обратилось в пыль. Ушло в пустоту. Ушло, как и сами альфы. Нет. Не в пустоту. Когда люк открылся, и их прах разметало по ветру, они стали частью этого мира. Мир, в котором мы живем, это памятник тому, ради чего они отдали свои жизни. Да, памятник забвению. Не забвению, Сайленс. Надежда. Главный блокиратор. Такой маленький. Осталось убить с его помощью Аида. Ты здесь? Уже ухожу. Что? Здесь наши пути расходятся, Элой. Но сначала я расскажу тебе оставшуюся часть истории. Давай. Я уже как-то раз упоминал, что помогал затмению, но не уточнил, насколько все серьезно. Правда в том, что я был у истоков. Это я обнаружил Аида на этой горе, внутри разбитого Титана. И я служил ему. Что? Он обещал знания и дал их. Такие знания ты не представляешь. А взамен? Создал затмение. Культ Аида. Его личную армию. Зачем ты сейчас это рассказал? Ты должна это знать, чтобы справиться. Когда я нашел Аида, первое, о чем он спросил, был шпиль. Не меридиан. Шпиль. Почему так, Элой? Шпиль создала Гея. Какая часть Геи? Минерва. Это модуль взлома кодов. Гея построила шпили для передачи кодов, которые отключили машины Фаро. Остановили процесс переработки биомассы. Аид хочет передать другой код. Пробудить машины, чтобы они снова пожрали весь мир. Да. Исходя из всех данных, я пришел к тому же выводу. Значит, роботы, которых они воскресили, это просто инструменты. Армия для захвата шпиля. Да. Чтобы Аид мог снова уничтожить все живое. Если ты не помешаешь. Как мне остановить Аида? Я сделал, что смог. Ну а дальше задача уже твоя. Возьми мое копье. Прикрепи к нему блокиратор. Это будет устройство ввода. И останется только воткнуть это копье Аиду в башку? Именно. А, хорошо. Сайленс! Куда ты пойдешь? Туда, где не бывал. Столько всего надо узнать, пока не наступил конец света. А это все? А это я оставляю тебе. Как оказалось, все это твое. Ну, а меня сюда не звали. Что привело тебя в Меридиан? Угроза. Затмение скоро нападет с запада. У них есть армия древних боевых машин. Но это не самое страшное. Они приведут с собой существо, бог, бес, машина. Как угодно. Его имя Аид. И ему не нужен Меридиан. Ему нужен шпиль. И если он доберется, он пошлет клич и пробудет другие машины, столько, сколько нам не победить. Это конец всему.
Этого нельзя допустить. Я пытаюсь понять, но мой долг оберегать жителей Меридиана. Цель не Меридиан, Ават. Вы должны защитить шпиль. Пошлем авангард, ваша лучезарность. Да, отправьте их туда. Эрен знает Элой, он согласится. И прикажите страже укрепить западный кряж. Оттуда они смогут оборонять Меридиан и пламя, где восседает шпиль. Элой, позволь мне... Позволь извиниться за мое поведение. После того, что случилось с Эрзой, я был сам не свой. Если нам суждено сражаться бок о бок, я был бы рад знать, что ты не держишь на меня зла. Не держу. Только больше не путайте меня с ней. Даже короли могут ошибаться. Что ж, хорошо. Я рад, что все в прошлом. Что ж, нам понадобится время на подготовку. Итак, что ты знаешь о наших врагах? Рассказывай все. Не знаю насчет всего, но что смогу, расскажу. А, Элой. Мы укрепляем оборону на западном кряже и возле шпиля. Послали весть во все уголки Дома Солнца. Союзники предложили помощь. Одни хотят помочь, другие — нажиться. Но кто-то придет ради тебя. Меня? Ну, не скромничай. Ну что ж, остается только ждать атаки. Именно. Это чувство не назвать приятным, но разведчики в знаке вечера сообщают, что на западе тихо. Так что, если у тебя остались дела, не теряй времени зря. Если же нет, я распорядился подготовить для тебя дом, где жил Олин. Можешь поспать там, если уснешь. Говорил же, что приду. Говорил, Тэп. Но разве твои раны уже успели зажить? Если придется драться, я разойдусь по швам. Но не волнуйся, драться будут другие наши, возле шпиля. А я только принес припасы. Эти Карха назначили меня почетным интендантом каким-то. Внушительно. Мне тоже нравится. Мы разложим под такими знаменами оружие и лекарства. Это все пригодится тебе в бою. Элой, когда ты вошла в гору, богиня не сказала, у нас есть шанс? Я не спрашивала. Я знаю, нам это по силам. Может и так. Вождь Сона. Вождь, вы что-то не так? Нам, Нора, здесь не место. Мне здесь не место. Я сражусь с бесом, что угрожает нам всем. Но мое место на священной земле. А здесь я словно хожу по наконечникам стрел. Простите, что так получилось. Не извиняйся. Это все кончится. Мое копье, мое слово. Здравствуй, Элой. Нет, не кланяйтесь. Избранной не нравится. И еще не нравится, когда ее называют избранной. Я очень рада тебя видеть, Вару. Я дал слово. Ну, что скажешь? Про Меридиан. Я увидел много нового с тех пор, как тебя встретил. Спасибо тебе. Варл, что не так? Правда хочешь знать? Ладно. Я на чужой земле, на грязной земле, защищаю город безбожников, ни на что не похожий. От чего-то, чего не могу представить. А ты, после всего, что было, что ты сделала? Вроде бы надо пасть перед тобой на колени, но я знаю, ты разозлишься. Да, слушай, тяжело тебе. Спасибо, что велела мне кланяться. Только этого мне не хватало. Не сердись на них. Они здесь лишь потому, что избранная велела. И ты поэтому? Нет. Я пришел тебя увидеть, Элой. И мы должны победить беса, потому что богиня сказала. Или ты сказала. Думаю, мы с богиней едины во мнении. Обе рады, что ты здесь. Я тоже. Элой. Все повторяется. Впереди битва. Только на этот раз враг вооружен куда лучше. Что у них там за армия? Точно не знаю. Но их будет много, и у них будут машины.
Если они прорвутся, гибель ждет не только Меридиан. С ним погибнет весь мир. Даже так? Это по нашей части. А, парни, где всегда авангард? На передовой! А почему? Сталь прочнее железа! Что будем делать? Будем бить молотом, пока не рухнут! Молодцы! Слышала? Авангард никого не пропустит. Сразимся за город. И за тебя. Спасибо, Эрент. Эрза бы гордилась. В случае победы. Спать, Элизабет, когда на тебе лежала такая ответственность. А ты, Раст, после убийства твоей семьи. Сайленс, ты тут? Что просить совета у призрака? Вести с востока. Король Солнца Алат ожидает в храме Солнца. Армия собирается перед долгим маршем на город? Боюсь, это не костры. Тогда что? Конец. По крайней мере, его начало. Самые истребители. К пушкам! К пушкам! Давайте! Не стойте! Выполняйте приказ! Все! Готово! По команде! Начнем стрелять! Думаешь, это их остановит? Вот сейчас и узнаем. Пришлите помощь! Нет, Элой! Нам нужны эти пушки! Он прирежет тебя! Не в этот раз! Слишком долго ты мне досаждала. Что же ты не сразился со мной в кольце солнца? Невозможно! Такого не должно было быть. Избран. Аид избрал тебя, потому что ты дурак. Палач, который даже не понимает, что его используют. Твоя жизнь сплошная ошибка. И скоро все забудут твое имя. Обрати свой лик к солнцу и подумай. Ah!
Элой! 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 Так. Хвала матери, ты жива. Я думал, тебя убили. А остальные? Они... Нет, нет, их потрепало, но почти все живы. Машины разрушили деревню и сразу пошли дальше. Они двинулись к шпилю, волоча за собой свой жуткий трофей. Позаботься о них, Тэп. Мне надо идти. Началось. Аид шлет сигнал. Вы видите? Мы думали, ты пала на Кряжа. Нет, это Кряж упал на меня. Времени остается мало. Я сражусь с Аидом. Не одна. Это мой бой. Я не вправе звать вас. А мы и так туда собирались, да? Да. Железный бес падет. Прибытие этой сущности было вполне ожидаемо. Сущность не помешает передаче сигнала. Напротив, мои расчеты были верны, и присутствие этой сущности было просчитано. Блокиратор готов. Для включения назовите имя и ранг. Элизабет Собек. Альфа Прайм. Главный блокиратор включен. Стираю протокол истребления. Thank you.
Прости, Гея, что-то задумалась. О чем я? О вашем детстве. А, ну да. И, короче говоря, у меня был детский набор электротехника, но я прикрутила к нему аккумулятор и солнечную батарею, и трава загорелась. А от травы высокая сосна. Ей было, не знаю, наверное, лет 100. Вопрос. Сколько вам было? 6. Мама была дома, к счастью. Она сразу же вызвала пожарных, а потом вывела меня на лужайку и показала мертвых птенчиков. На сосне были птичьи гнезда. Вопрос. Что вы чувствовали? Я не знаю. Я вроде орала, что мне плевать. Тогда мама взяла мое лицо в ладони и сказала... Вопрос. Что она сказала? Что не должно быть плевать. Сказала: Элизабет, самый острый ум ничего не стоит, если он не делает мир лучше. Надо направлять свой ум на что-то полезное. Служить жизни, не смерти. Вы часто рассказываете о матери, но у вас нет детей. Как-то не успела. Наверное, это и к лучшему. А какие качества вы бы пожелали для своего ребенка? Наверное, я бы пожелала ей любопытства. И воли, несгибаемой силы воли. И иметь сострадание, чтобы исцелить мир. Хоть немного. В общем, у меня пока все, Гея. Пора спать. Желаю вам приятных снов, Элизабет. Спасибо. До завтра, Гея. Старый друг, помнишь меня? У меня еще столько к тебе вопросов осталось. Есть о чем поговорить. О твоих хозяевах, например. Тех, кто пробудил тебя сигналом. От знаний одна сплошная польза, правда же? Ну, давай приступим.